Всем привет, с вами Илья. Это топ-5 мехов Лего Ниндзяго. В этот список я включил самых крутых, по моему мнению, мехов, которых я отобрал по внешности, по внешнему виду, по конструкции. И из них я распределил их то, какие мне больше всего нравятся. Я не учитывал их размеры, то есть я не иду от маленьких мехов до больших, нет. Я именно их распределил по тому, какие мне нравятся. Что ж, давайте начнем. 5-е место. Золотой робот из наследия. Переиздание вышло в 2020 году в первом полугодии. По сравнению с первой версией он стал больше. Не такой уж и большой мех по сравнению с некоторыми, но примечателен хорошей подвижностью, что позволяет придать ему различные позы. Красивый светлый окрас, золотой с белым. В руке золотая катана. На 4-е место хочу поставить новинку этого года. Ультра-комбо робота ниндзя. Большой четырехрукий робот, состоящий из 4 отдельных средств передвижения. Длинные ноги, на двух руках буры, вооружен катаной. Им управляют Кай, Коул, Зейн и Джей. Сам робот выглядит круто. И в отдельности каждый транспорт ниндзя прикольный и вполне самостоятельный. Необычный мех. Мне он напоминает Power Rangers. 3-е место занимает крупный, здоровый, каменный робот огня. Набор 2020 года второго полугодия. Отличается своим окрасом. Одна сторона огненная красная, другая серая каменная. Управляет им соответственно Кай и Коул. Колени не сгибаются, поэтому он всегда в приседе. Вооружен катанами золотого и серебристого цвета. Практически полностью затайленный, мало открытых пинов. Очень даже крутой. 2-го места заслуживает переиздание меха ниндзя льда. Робот Зейна. Вышел в Легаси в 2021 году в первом полугодии. Это увеличенная версия первого робота Зейна. Крупный мех, у которого сгибаются колени. А такое в Лего не всегда встречается, особенно в мехах подобного размера. Возле головы два пружинных шутера. На одной руке вращающаяся пила, на другой – золотое лезвие. Достойный мех. Мне он нравится. И 1-е место достается самому крутому меху Ниндзяго – механическому титану Ллойда. Набор 2019 года второго полугодия. Вот уж действительно титан, его размеры огромны, у него длинные ноги, правда не имеющие сгиб в колене. А какая у него детализация, просто поражает. Сзади имеет отделяющийся летательный аппарат, вооружен пилой и катаной. Этот мех является прорывом в Лего, так как до него такой конструкции роботов в наборах еще не было. Такой вот топ мехов Ниндзяго. Напишите, как бы вы составили этот топ, каких бы роботов вы еще включили, возможно. Если вам понравился этот топ, то поставьте этому видео лайк. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи!